Дисклеймер. Привет, я третий. Я продолжаю играть в 5 ночей в Красти Краби. 5 ночей в Красти Краби. Чуть я опять не перепутал с Фредди. Смотри, продолжить можно опять четвертой ночи, как я остановился. Это был вариант, что может я поставил минимальную сложность, но нет, тут из настроек только графика, слабая, ультра и все такое. Так что я не знаю. Видишь, видимо, все-таки такая игра. Но я попробовал на всякий случай, я вышел из игры и зашел, вдруг что-то багнулось там, понимаешь, это же игра самодельная чья-то. Поэтому, почему нет, давай продолжить. Четвертая ночь. Может теперь что-нибудь хотя бы начнется. Что у меня реально что-то такое случилось. Может игра просто легкая. О, теперь смотри, оно жрет еще больше энергии. Смотри, фонарик теперь начинает жрать энергию. Да, я думаю, может багнулось тогда что-то, нет? А, и, видимо, из-за того, что я тогда вышел, да, из игры, и фонарик, фу, и голос я теперь не могу прослушать, потому что тогда, блин, я из игры вышел, а тут как Фредди не получается, тут второй раз мне не повторять, о чем речь идет. Ну, зашибись, теперь мне надо вот сейчас наугад просто играть, здорово, молодцы. Ой, и они через смотри, как быстро ходят. Вина всех, кроме Сэнди, она тупит. Теперь очень быстро ходят, ну ладно. И что, никого все равно. Вот, а теперь фонарик нормально, смотри. Я нажал, вот, и он отключился сразу. Ой, я не то нажал. Смотри, оп, и он отключается сразу. Я не понял, вторая ночь, он отключается сразу. Ты, какой там? Четвертая ночь. Опа, почему? А, нет, а теперь не отключается. Это, видимо, когда свет мигает, видишь, он не хочет отключаться полностью. Но почему он сейчас не отключается? Хорошо, может, это... Опять сломали кнопки. Это электричество, видимо, как-то зависает. Я так понимаю, это теле... Электричество неправильно работает. Понимаешь, тут все теперь... вся энергия теперь по-другому работает полностью. Я не понял, может, что-то... Задний холл, я не понял. Может, тут что-то я должен сделать. Ну, смотри, теперь ни двери не работают, ничего, смотри. Из-за того, что начал мигать свет. Почему? Может, если все включить, он снова заработает? Нет. Я только энергию зря просрал. Что тогда? Опа, Сквидвард. На-на-на-на-на-на-на. Я тебя мигаю, чтобы ты ушел. Он меня испугал. А что тогда с ним делать, если не свет мигать? Может, нельзя было двигаться, чтобы он ушел? Вот почему вы убрали сейчас слова? Вот зачем вы сейчас убрали? Как раз таки в тот момент, когда начал Сквидвард приходить. Ну, теперь хотя бы скримеры есть. Теперь, когда Сквидвард пришел, он меня напугал. Хорошо, но теперь... Ладно, допустим. Может, начинает мигать фонарь, когда кто угодно пришел, правильно? Ух ты, тут какая мощная дверь, смотри. Может, блин, я не знаю. У меня уже нет теории просто, что тут происходит. Может, когда реально кто-то из монстров, любой подходит, любой аниматроник, тогда начинает свет ломаться, и это зависит от того, что с этим аниматроником надо сделать. Сквидварда, я так понимаю, не надо клацать фонариком в глаза, надо просто подождать, чтобы он ушел. Окей, если это так, тогда давай посмотрим, что здесь. Патрик, Красть, Мистер Крабс, Сквидвард уже поднимается, Сэнди уже начала выходить. Здесь ничего, Мистер Крабс опять здесь, Патрик с губка Боба, Сквидвард все еще поднимается, Сэнди тут, так, я не знаю. Видишь, вот, смотри, видишь, его и так видно, вот, его и так отлично видно, смотри, если даже свет не трогать, все, он исчез, видишь, да, на него, короче, не надо светить, наоборот, не как с Фокси, а наоборот, его не надо светить, тогда он исчезает, все, окей, ну, со Сквидвардом разобрались, окей. Без проблем. Все, я понял, как это работает. Так, Патрика надо дверь закрывать. Хорошо, это я тоже понял. Где Сэнди? О, Мистер Крабс идет вон Сэнди. Кубка Боб. Так, окей. Когда появляется Сквидвард, не надо в него светить. Хорошо. Это мы разобрались. Может, надо перед тем, как начинает свет мигать, тогда закрывать двери? Правильно? Я думаю, когда перед тем, как начинает мигать свет, надо закрывать двери, чтобы я успел, мол, и они не успели зайти. Я думаю, так надо. Да. Надо по камерам как-то определить, когда они будут подходить к тебе. Понял? И перед этим самым моментом закрывать двери. Тогда начинает мигать свет, а двери уже не откроются. И закрывать, соответственно, тоже опять не надо. Вот. Все, я, кажется, разобрался как. Только вот осталось понять, как этим планшетом вообще пользоваться. Когда они там приходят, а когда уходят.
Я предлагаю сейчас просто посмотреть. Ну, блин, ночь идет довольно-таки долго. Так, там кто-то. Нет, пока работает. Опа, Сквидвард. Все, не мигаю светом, не мигаю. Смотри, не двигаюсь даже. Все, он исчез. Отлично. Сквидвард к нам уже начал чаще приходить. Хорошо, 2 часа. Фу, сейчас 2 часа, да, но он уже 2 раза пришел за эти 2 часа. Что-то да, мне не нравится. Я так понимаю, Сквидвард будет приходить каждый раз перед тем. Каждый раз... Опа, Сэнди. Я видел там Сэнди. Все, я видел там Сэнди стоит. Каждый раз Сквидвард будет к нам приходить перед тем моментом, когда у нас будет меняться время. То есть... Опа, и Патрик там. Сквидвард пришел, значит, сейчас будет 3 часа. Сквидвард пришел, значит, сейчас будет 4 часа. И вот так вот. Она ушла? Нет, Сэнди все еще там стоит. А Патрик, давай просто по камерам будем искать, куда они уходят. Нет, Патрик ушел, отлично, я увидел его на камере. Давай Сэнди проверим. Ну, если мигает свет, значит, нет, он, Сэнди не ушла еще. Сквидвард, да-да-да-да-да, Патрик. Уберите. Вот что мне еще не нравится, что тут иногда багается вот этот вот планшет, и все равно он достается 2 раз. Ну, самодельная игра, что поделать. Ну, молодцы, в принципе, хочу сказать, те, кто сделали. Довольно-таки неплохо, неплохо. Так, ты еще... Она еще не ушла. Ой-ой-ой, сорян, я там тебя сейчас нахер прибью просто на-на. Прикольно, прикинь, кто-нибудь из аматроников ко мне заходит, и я такой на-на-на-на. И что, есть кто-нибудь? Сэнди ушла? Нет, Сэнди уходить почему не хочет? Губка Боб ходит. Так, ну пока активизировались только Патрик и Сквидвард. А, и Сэнди начала подходить. Значит, мистер Крабса ждем в 5 ночи и Губку Боба. Хотя, может, они успеют даже сейчас прийти. Ведь только 3 часа ночи. Еще не ночь. Как говорится, еще не ночь, но уже ночь. Тогда сейчас еще не утро. Вот так, а будет еще не утро, поэтому еще не пришли. Никого нет? Никого? Вообще никого. Она до сих пор там стоит, серьезно? Ну ты что, гонишь? Она гонит, серьезно. Ой, как можно там так долго стоять? Слышишь, ты мне всю энергию потратишь. У меня уже 63% и 3 часа ночи. 62%. Блин, уже реально начинает довольно-таки быстро тратиться энергия. И она все еще не уходит. Окей. Смотрим здесь. Ой, свет. Да, и смотрим здесь. Тоже никого. Ах, зачем мне клацать, в принципе, там? Если там Сквидвард, то мне, в принципе, не надо же на него светить, правильно? Соответственно, зачем мне тогда вообще пользоваться фонариком? Подумай. Если я и так знаю, что на него нельзя светить, зачем мне тогда светить на него? Что за условие такое странное? Нет, только не говорите, что опять багнулась, и поэтому она не хочет уходить. Нет. Ну, я думаю, вряд ли это все баги. Может, это... Может, оно ж не должно быть один в один, как Фредди, правильно? Пускай такие будут отличия. У них тут монстры появляются редко, зато если появляются, то их хуй прогонишь. Так, никого, ничего. Но там смотреть даже нет смысла, потом... Ой, фу, в правую дверь смотреть нет смысла, потому что Сэнди не уходит. Здесь Губка Боб все еще идет. Как ты долго ходишь, Патрик, все еще там стоит. Сквидвард уже поднимается по лестнице. Вот, поднимается по лестнице, значит, он скоро у меня будет, Сквидвард. И мне нельзя будет на него светить, хотя я и так не собираюсь. 49%, слышишь? Ты там когда уйдешь? Охереть, ты долго стоишь. Ты гонишь. Капец. Тут она там застоялась, слышишь? Охренеть. Ты уходи, ты меня заколебала, вот честное слово. Капец. Так, никого больше, да? Нет, никого. Сейчас посмотрим по камерам. Здесь, о, мистер Крабс прям в упоре стоит. Здесь что, ничего не вижу? Здесь тоже ничего не вижу. Крабс прям в упоре стоит. Так, это Пат... Фу, Губка Боб, вот Патрик. Сквидварда нет. Где Сквидвард? Он где-то сейчас должен появиться. Ты до сих пор там, серьезно? Может, ее как-то прогнать надо или что-то типа того? Я не знаю. Цып-цып-цып-цып-цып, белочка. Извините. Да, это точно Фокси. Это прям один в один Сэнди Чикс Фокси, но только слегка по-другому двигается. С другой логикой. Слышь, 5%... 5 ночи, у меня 36% осталось заряда. Вы гоните. Мне так не хватит. На 5 ночи я уверен, я проиграю, если вот так вот на всю игру просто придет и встанет. Мне все-таки кажется, как-то их тут надо прогонять. Я просто пока не разобрался, как. 6 часов ночи, отлично. Надеюсь, сейчас что-нибудь скажет полезное, потому что я не могу. Это вообще жесть. Ну, давайте. Что-нибудь удивите. Так, ночь 5. Слушаем. Hey, things are... bad, to say the least.
I wasn't able to get a warning to you before the door's locked for the night. But consider this as that warning. Once the doors open at 6 a.m., get out as fast as you can. The animatronics, they attacked me today. Я понял, да. Chased me all the way up to the office where I managed to lock myself in until I saw an opening to get away. Now, that worked for me. During the day, we have no power restrictions, but, well, your generator won't work like that, unfortunately. Stay safe, my friend. I look forward to finally meeting you after all this. Face to face, you know? Good luck. I think you're gonna need it. Зашибись, ты, конечно, мне помог охренительно. Теперь начали ходить все аниматроники. Пиздец, спасибо тебе огромное. А хули мне с ними делать вообще? И не забывай про двери. Спасибо, это прям вообще помощь невероятная. Только что мне с этим делать, я не знаю. Почему у меня сейчас мигает, например, свет, и я не могу дверь закрыть? С чего бы? Кто пришел? Никто не пришел, видишь? Здесь никак... Может, где-то тут, сука, маленький планктон бегает, мудила? Так, может, мне куда-то из этого нажать надо? Нет. Здесь ничего, здесь ничего. Мне кажется, все-таки я играю неправильно. Я прохожу игру, но я играю абсолютно неправильно. Тут что-то с этим всем надо делать, а я не знаю, что делать, и поэтому просто играю, как умею. Да, мне кажется, меня как-то обманывают тут. Надо что-то сделать, но... Опа, губка Боб пришел. А дверь я не могу закрыть. Ну все, он исчез. Он исчез. Сейчас он нападет на меня, да? Нет, он просто исчез. Но зато я теперь знаю, что и губка Боб может приходить. Я не могу закрыть двери, что вы мне предлагаете? Пока мигает свет и... Блин, надо закрывать двери. Фу, точнее, когда кто-то приходит. Я не могу дверь закрыть. В принципе, мне, если так подумать, то мне и планшет нахер не нужен, правильно? Он мне хоть раз сейчас помог? Нет. Мне там ничего не закрывать, не отключать не надо. По крайней мере, я не нашел что. Двери просто просматривать, окей. Так, окей, там ничего. Фонарик, дверь, ничего. Фонарик, дверь. Ну что это за скучная ночь? Дверь, фонарик, дверь, фонарик, дверь. Охренительно просто. Я все равно не понимаю, что делать. А что делать, например, с мистером Крабсом? Хорошо, Патрик появляется слева. А, наверное, да, и все, я понял. В центре появляется Сквидвард, нельзя на нее светить. Слева появляется Патрик, и слева появляется, наверное, еще мистер Крабс. А справа появляется губка Боб и Сэнди, все, я понял. Окей. Только что мне с этим, сука, делать, если дверь не работает тут? Я не представляю, окей. Ну и? Никого нет пока. 2 часа ночи. И все еще мигает свет. И все еще я не могу двери. Ну все. Он исчез. Может, мне главное теперь... Блин, может, тут двойная игра? Блин, если двойная, то это круто, например. Если свет не мигает, то надо закрывать дверь, когда работают кнопки. А если кнопки не работают, то ты не должен пропустить, а должен ослепить их, чтобы они ушли. Может, по такой логике? В принципе, нормально. Тогда надо держать в голове сразу два варианта игры. Ты как будто играешь ты играешь в одну игру, но такое ощущение, что играешь сразу в две. Слушай, вот это, конечно, интересно придумали. Если это действительно так, а не просто криво играется все. Как ты понимаешь, этой игры в магазине официальном нет, в котором я смотрю. Там его не было, просто поэтому я скачал с интернета. Ну, хоть что-нибудь. Есть, нет. Может, это кривая копия или что. Хотя качал вроде там с сайта, где все выкладывают свои вот эти самодельные игрушки. Так что, ну, по идее, это даже если оригинал. Да ну, неужели так легко? 3 часа ночи только. За все 5 ночей я поймал всего один скример и все. Может, они просто не хотят меня пугать, потому что сами меня боятся. Или тут рассчитано на то, что я должен как-то по их правилам играть, но я этим правилам не следую, поэтому скрипты не срабатывают, и они просто не появляются. Прикинь, тут надо, чтобы я включал постоянно планшет, а я его не включаю. Поэтому они такие, нам надо появляться, когда он планшет открывает. Только он не открывает планшет. Я хуй знает, что делать. Я случайно открыл его. Дверь все равно не открывается. Блин, только что выпендривался, что ко мне никто сейчас не придет, и сейчас ко мне понабегут, блин. 4 часа ночи, все еще никого. Да ну вы гоните. Не, мне кажется, что это явно не то. Не, у тебя есть предположение? Напиши в комментариях, может, я перепройду эту всю игру заново, потому что... Ну нет. Не может же быть так. 4 часа ночи, 5... 4 часа, 5 ночи.
Никого. Губка Боб два раза за эту ночь появился, и все. Может, настройки графики это настройки имеют в виду сложности, но нет, графику никто не будет. Ну все, зашибись, а я не могу дверь закрыть. Ты что ты предлагаешь? Он исчез. Он тупо сам исчез. Я все еще готовлюсь к скримерам, что они появятся, меня будут пугать, но пока вообще ничего. Ну я дверь закрыть, соответственно, не могу. Ну и? Может это скорее психологическое воздействие, а? Как думаешь? Может они специально сделали так, чтобы свет вот так вот мигал, ты боялся, что на тебя постоянно выпрыгнуть, а они на самом деле выпрыгивать не будут? Как ты думаешь, может быть такое? Просто чтобы ты сам себя пугал, вот. Потому что сделать как бы скримеры сложно, наверное, и им просто было впадлу делать. И чтоб ты сидел сам такой, а вдруг меня испугают, о нет, я боюсь, а вдруг испугают, а тут пугать не будут. Один раз Сквидвард вылез, потому что я затупил, и все. Ой, у меня еще иногда кнопки света перестают теперь работать. Ну и что, серьезно, вот так вот просто вообще ничего. Прям вообще ничего. Настолько скучная игра. Пятая ночь, алло, 5 часов уже, скоро завершится игра. Я хер знает, это все тянул, вряд ли, так и должно быть, что ли? Нет, ты напиши, неужели так и должно быть? Все, я прошел игру. Следующая ночь, ночь шестая. Я не знаю, может, по приколу время еще есть, может, по приколу просто попробуем. Давай по приколу попробуем, шестую ночь, не знаю. Шестая ночь. Я хер знает. О, сразу... Опа, Сквидвард исчез. Recording safety message 24. Take 3, action. If you're hearing this, then you're in grave danger. This restaurant has likely been abandoned under the Krusty Krab Operating Handbook, Section 19, Paragraph 87. The establishment has likely been overrun by a threat that is attempting to breach the safe and obtain the Krabby Patty secret formula, most likely under Plankton's direction. At the next possible occasion, leave the restaurant and never return. It's for your own safety. Вот, теперь началась нормальная игра, наконец-таки, теперь когда скримеры. Но тогда, соответственно, я хер знает, что делать со Сквидвардом. Я думал, в него не надо клацать фонариком, а я и не клацал, теперь он наоборот на меня напал. Может, сейчас наоборот, начиная с шестой ночи, надо в него клацать фонариком? Я хуй знает, что тут творится. Пока время есть, можно еще раз попробовать. Не знаю, у меня нет цели сейчас шестую ночь проходить, потому что в названии игры написано 5 ночей с Фредди, правильно? Соответственно, я и буду проходить 5. И ты видел, появился губка Боб, вот. Опа, а после него сразу Сэнди. Сразу же, моментально, они заменили один другого другим. Да ну-ну, опять не... Опять что ли? Вы что, гоните? Не может быть. Только что же было все нормально. Ну, ребят, вы чего? Да, ну нет... Но опять эта херня, где будет все абсолютно скучно. Сам себя пугай, что ли. Да ну нет. Ну ты прикинь, ну что это за прикол вообще такой? Может мне планшет надо посмотреть. Давайте еще раз хотя бы напугайте меня. Нет, они далеко еще все. Так, и ничего еще. О, Патрик, а он исчез. Нет, не исчез еще. Так, ну... Он исчезает и сразу появляется. Смотри, черный, он исчез, появился. Смотри, черная, сейчас исчезнет. Нет, не исчезает, смотри-ка. Ну, закрытие, соответственно... Вот, может, поклацать в Сквидварда надо? Или постоянно светить на него? Опять испугал меня, нет. Что надо делать с ним, я не понимаю. Может, не двигаться? Давай попробуем третий вариант. Не двигаться просто. Вариантов больше нет, давай просто не двигаться и все. Время, как говорится, позволяет. Просто не двигаться, я не знаю. Давай так. Не двигаться. Все, просто не двигаемся и все. Когда Сквидвард приходит. Просто не двигаемся. Сидим смирно и смотрим на него, чтобы он исчез. Так, давай. Здесь ничего нет, здесь тоже ничего. Здесь ничего. Здесь ничего. Потому что если я клацал в него, я так понимаю, это тоже засчитывается за движение, правильно? Фонариком. Ну а что делать? Не
не смотреть на него, я пробовал. Смотреть на него, я пробовал. Клацать фонариком, я пробовал. Вот, смотри, сейчас не двигаться, просто не двигаться, а ну. Так, он все еще там, видишь, я его руки вижу. Он с мышки чуть-чуть направо, между мышкой и коробкой из-под пиццы. Я не двигаюсь. Все, он вроде исчез. Да, он исчез. Наверное, все-таки не двигаться, правильно? Да. Походу, все-таки не двигаться надо, когда он приходит. Ну окей, допустим, я разгадал, как Сквидварда победить. Теперь на самом деле. Хотя, может, они, блядь, просто поменяют еще раз правила. Хер их знает вообще. Но здесь пока все работает. Но двери, соответственно, не работают. Окей, давай просматриваем, что у нас тут есть из вариантов вообще, что делать. Ну так, ничего, ничего. Так, давай прямо. Ничего. Здесь тоже ничего. Так, Сквидвард еще не появился. Как это странная игра, очень странная, очень сильно странная. Вроде как сделали нормально, более-менее, но... Чё-то так говном веет. Говной воняет. Я не понимаю, почему. Я не говорю, что я лучше бы сделал. Нет, ни в коем случае, нет. Просто, если сделать такой визуал шикарный, и как бы скримеры ты же все равно добавил? Добавил. Ну а чё тогда? В чем прикол? Почему нельзя доработать совсем чуть-чуть, чтобы игра была шикарной? Даже обгонял оригинал. Тут просто сделать, чтобы хотя бы они, блядь, двигались, сука. И субтитры хотя бы на английском. Все, этого будет достаточно. Просто, сука, двигались. То, что они делают, должны делать, блядь. Они двигаются только на камеры. Для чего мне это, я не знаю. Я все равно пока не могу понять, по какому принципу они двигаются, потому что тут очень странное расположение зала. Если хотя бы 5 ночи с Фредди можно, 5 ночи с Фредди можно было понять, по какой траектории они двигаются. Прямо. Тут хуй знает, они туда-сюда, туда-сюда ебашут. Что, никого еще нет, да? Никого, может, планшет надо посмотреть. Хотя я пробовал, что толку. 2 часа ночи. Прикинь, я еще и 6 ночь пройду, я вообще офигею. Здесь ничего, здесь ничего. Здесь ничего, ну, 6 ночи хотя бы посложнее было. И то я опять проиграл из-за Сквидварда, как, например... Какой я там проигрывал, Сквидварду, второй или в третьей ночи? Вот как в этой, и все. А по факту больше тут ничего нет. Да, часа ночи все еще. Так, в центре никого. Тоже никого сбоку, никого. Ну и что, ребят, вы хоть будете меня хоть немного пугать? Кнопки дверей не работают. Мне кажется, все-таки надо, чтобы запускать этих аниматроников, мне кажется, надо самому. Это, соответственно, так, чтобы как-то я тут чинил свет. Как я его должен починить, я хер знает. А ну давай. Так, 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 так. Так, так, так. Тут никого нет. Ну хоть краб пришел. Короче, когда я поднимаю планшет, тогда краб и приходит. Окей. То, что сейчас я поднял планшет, не поднимал же, нормально шло. Я бы мог выиграть, но нет, пришел краб этот. Честно говоря, вообще даже нет желания шестую ночь дальше проходить. Скучновато, очень скучно. Тупо сидишь, клацаешь фонарики, чтобы они хоть как-то появились. И то они не появляются. Потом единственное, что Сквидвард иногда появлялся, и все. Там, когда появляется Патрик, надо закрывать двери. Но дверь не закрывается, соответственно, он уходит из-за того, что ты светишь в него лампочкой. То же самое со с Энди и с губкой Бобой. С губкой Бобой. Я не знаю, но напиши, может, у тебя есть какие варианты еще игр попроходить. На этом все. Вообще любой комментарий поставь, подпишись на канал, скоро увидимся.